Традиционная акция «Зарядка со звездой» на юбилей столицы впервые прошла на Московской набережной. Жизнь – движение. Тысячи жителей и гостей столицы синхронно повторяют движение за Оксаной Вербиной в группе поддержки воспитанники Федерации черспорта и черлизинга, Федерации фитнес-аэробики Чувашии, футбольного клуба «Спартак». На набережной собрались самые активные горожане, и спортивная подготовка здесь не играла решающей роли. Простые упражнения под веселую музыку – залог здоровья.